고속도로권 선착석 안전벨트 착용을 잊지 마십시오. 통행권이 정상 발급되었습니다. 안전운전 하십시오. 잠시 후. Всем привет! И добро пожаловать на наш канал YouTube, где мы с мужем рассказываем о жизни в Южной Корее. Мы сейчас едем в город Кёнджу, где собираемся провести сегодня ночь. Мы собираемся переночевать в таком месте, которое в Корее называется пеншн. То есть это что-то типа отеля, в котором можно пожарить барбекю и переночевать, и которые стоят намного дешевле, чем обычный отель. Вот. И завтра у нас будет культурная программа. Мы, наверное, поедем в храм Бульгукса, в музей и куда-то еще, насколько у нас хватит времени, потому что нам нужно завтра будет вернуться в Пусан еще. Итак, представляю вам наш пеншн. Та-дам! Сейчас будем сразу жарить барбекю. У нас две отдельные комнаты. Наша вот здесь. Ой, наоборот, родители комната здесь. Наша вот там. Вот сейчас я вам покажу, сделаю мини-рум-тур. Очень здорово! Я до последнего не знала, куда мы едем, потому что Бенгё все бронировал. Но здесь такая нереальная атмосфера. Очень круто. Итак, вот наш номер на сегодня. Кровать, столик, телевизор, маленькая кухонька, есть холодильник, есть рисоварка, есть все, что может понадобиться. Есть туалет. Ванная, вот получается. Душ и ванная. Не знаю, это так не по-корейски, потому что у Кореи очень большая влажность, и вот вы видите недостатки всего этого. Это место для барбекю, отдельная комната в отдельном здании. К сожалению, тут очень плохо работает вытяжка, и нужно с этим что-то делать. Посмотрите, просто какой там дым стоит, это невозможно, что у людей не работает. А вечером здесь будут показывать фильм. Такая котелька прикольная. Я уже начинаю жарить мясо. Класс! Женя, пойди, у меня возьми две чашки. У нас здесь и картошка, и мясо, и грибы. И сейчас еще будут баклажаны. Ну, такой стол. Мама сегодня целый день готовилась. Как вам в этом месте, папа? Расскажи впечатление. Класс. Ну, вот, в Корее есть и такой вид отдыха. Не только по горам лазить и в храмы ходить. Да, детки, спасибо, что вы нам столько предоставляете внимания, поскольку вкусности, столько наших мест, красивых, достойных внимания. В общем, супер. Мангалы, пиво, мясо, картошка. Все такое вкусное. Спасибо, Миньо. Спасибо. Доброе утро. Привет. Мы придумали, что это место можно назвать вилла, потому что если переводить пеншн как пансион, ну как-то это, не знаю, неправильно. Здесь можно было взять и покататься бесплатные велосипеды.
Мы уже готовы ехать. Я уже загрузил все вещи в машину. Наша вилла находилась рядом с озером, на котором расположено очень много отелей. Мы когда-то там жили на годовщину нашей свадьбы, вот в одном из тех отелей. Получается, вдоль озера, и там парк развлечений. Только мы можем приехать в музей в минуту его открытия просто. У нас начинается наше приключение прямо с 9 утра. Конечно же, оказавшись в Кёнджу, обязательно нужно посетить музей, потому что все, что находили в раскопках, находится сейчас в этом музее. Очень круто в понедельник в музее. У нас просто какой-то персональный музей. Никто в 9 утра не ходит по музеям. Вот, кстати, самая известная золотая корона. Тут всегда к ней очередь. А сегодня ни одного человека. Смотрите, какая она красивая. Это символ Кёнджу. Вот это вот изображение можно увидеть по всему городу в очень увеличенном формате. Рыбок кормить нельзя, мы делаем вид, что мы кормим рыбок. И они сразу голову поднимают. Посмотрите, что мы нашли. Какие громадные просто черепахи. Вау! Рыбки просто ручные. Анион, касио! Просто ручные, знают, что им что-то должно перепасть, и плывут. Боже, сколько их! Мингё, ты что делаешь? Что делаешь? Что делаешь? Я ведь трогал, ты там, да? Не знаю. Пансонгесу нагаре, да? Кёнджу. Нужно гулять, гулять и гулять, смотреть, смотреть и смотреть. Мы сейчас были там внутри кургана и сделали фотографию. Я когда первый раз была в Корее в 2012 году, в мае месяце, мы с Мингё первый раз были в Кёнджу вместе. И сфотографировались на фоне маленького озера там. И только что папа сделал практически такую же фотографию на том же самом месте, с разницей ровно в 5 лет. Это так прикольно.
Обедаем мы сегодня в корейском ресторане. Основное это кальби. Очень вкусно. Даже креветки есть, ничего себе. Ух ты, рис какой. И рис. Спасибо, Мингё. Приятного аппетита. Это долламем, то жукое. Если не хватит закусок, можно еще заказать. Не хватит закусок. Боги пего. Кроме мяса. Можно все заказать, кроме мяса. И конечным пунктом нашего путешествия станет храм Пульгукса. Я здесь тоже не была около 5 лет. И очень круто приехать сюда еще раз вместе с родителями. Друзья, но наше совместное путешествие в прекрасный город Кёнджу подходит к концу. У нас остается еще целая неделя, которую мы проведем в Пусане и Янсане. Видеоотчет будет и будет на канале в ближайшее время, поэтому следите за обновлениями. И мы благодарим вас за то, что вы досмотрели это видео до конца. Спасибо за то, что были вместе с нами. И мы увидимся с вами в следующем видео. Пока-пока!